Я бы в целом хотел сказать, что вступление Татарстана в Евразийский экономический союз открыло большие возможности. Конечно, есть определенное недовольство, но в целом необходимо сказать, что воспользоваться этими возможностями, это все дело, вот, это дело наше, в наших руках. Правительство построит хорошие условия для бизнеса и как бизнес воспользуется этими возможностями. И на сегодняшний день необходимо отметить, что тенденция она очень положительная. Если прямые иностранные инвестиции из Российской Федерации за долгие годы были относительно на небольшом уровне, то 2015 год показал, что такой позитивный рост он имеет место быть, и этот потенциал еще только надо использовать, и его надо наращивать. Потому что 118 миллионов прямых иностранных инвестиций в год – это не предел. Сейчас мы работаем над тем, чтобы эту цифру увеличить в разы. То, что сегодня компании, которые интересуются рынком Крымской Республики по переработке молока, по самолетам, вертолетам, я думаю, что это хороший показатель, потому что если смотреть 2015 год, то за 2015 год у нас очень много делегаций было, и именно из регионов Российской Федерации. У нас ежегодно проходит межрегиональная конференция, которая служит хорошей площадкой для того, чтобы показать, что Кыргызстан может предложить регионам Российской Федерации и что регионы Российской Федерации могут предложить Кыргызстану. Это, конечно, сейчас работа идет в двух направлениях. Это и увеличение притока прямых иностранных инвестиций и увеличение товарооборота между нашими странами. Вот в этой связи я бы хотел немного проинформировать о том, что делается для того, чтобы в этих двух направлениях серьезно увеличить эти цифры на сегодняшний день имеющиеся. В первую очередь, это, конечно, работа Министерства экономики над созданием промышленной зоны специальной. Сейчас ведется работа по проекту закона о создании этой промышленной зоны. Но не секрет, что в советское время Крымская республика была одним из промышленно развитых стран, и на сегодняшний день этот потенциал, который имелся, он не используется, должен иметь. Поэтому на сегодняшний день мы придаем большое значение тому, чтобы предприятия Российской Федерации открывали здесь либо строительство, либо отдельные компании. А для нас первое знаковое – это создать условия для этого. Вот. Что касается товарооборота и выхода компании, крупской компании на рынок Российской Федерации, то сейчас мы планируем проведение большого строительного форума в Москве и Московской области. У нас уважаемый министр сейчас уехал в Грузию, потом в Москву для того, чтобы переговорить о возможности проведения этого форума в самое ближайшее время. И мы сейчас здесь внутри проводим определенную подготовительную работу со строительными компаниями для того, чтобы нам было что предложить российским компаниям из Российской Федерации. Плюс к этому мы сейчас создаем карту простаивающих предприятий. Это удобная будет карта для того, чтобы любое предприятие из Российской Федерации имело возможность посмотреть, что можно найти в Крымской Республике, на базе какого предприятия это новое предприятие запустить. Поэтому я думаю, что эта карта промышленных, простаивающих промышленных предприятий, она очень сильно поможет всем потенциальным инвесторам, и в том числе, конечно, из Российской Федерации. В целом я бы хотел ответить, если в двух словах, то агентство по продвижению инвестиций будет оказывать всю необходимую поддержку
предприятиями Российской Федерации для того, чтобы их процесс вхождения в рынок Казахстана был максимально благоприятным, максимально несложным, и такая помощь не будет оказана, да, на сегодняшний день. Поэтому агентство будет играть роль такого моста между теми потенциально заинтересованными предприятиями и рынком Казахстанской Республики. Спасибо большое. Спасибо, Алмаз. У меня только один вопрос. На ваш взгляд, вот в чем причина, что наши бизнесмены, которые родились в Кыргызстане и сегодня достаточно успешно работают в России, они все-таки пока не спешат вкладывать свои инвестиции или создавать совместные предприятия в нашей республике? Это, возможно, этот вопрос тоже мы будем дальше обсуждать, но ваша точка зрения, с чем это связано? Я думаю, это очень хороший вопрос. Мы этот потенциал должны использовать. Мы не первая страна, которая имеет своих мигрантов за рубежом, которые там устоялись, которые хорошо поднялись на какой-то уровень. И нам просто как воздух необходимо этот потенциал использовать. Другой вопрос, почему на сегодняшний день это не получается. Я думаю, что здесь надо вопрос комплексно рассматривать. С одной стороны, это, конечно, и потеря связи, потому что, уехав в другую страну, теряете связи, это раз. Во-вторых, даже наши соотечественники, которые родились здесь, выросли, уехав в другую страну, мало могут понимать в условиях ведения бизнеса. Я с ними встречаюсь, наши же кыргызы нас спрашивают, а каковы условия сейчас в Кыргызской Республике, что нам необходимо предпринимать для того, чтобы выйти на рынок. Поэтому я думаю, что здесь вопросов много, однозначного ответа нет. Ясно одно, что надо работу в этом направлении продолжить.